Эрудит Пятерка. В юбилейном сезоне наша уникальнейшая телевикторина для школьников возвращается и снова возвращается к тем формам и, как сейчас модно говорить, проектам, которые себя оправдали. Вот попробуем урочную систему сейчас. Итак, слева от меня, справа от вас, команда «Патриоты» из 25-й школы. Это патриотический класс. Илья Луньков у них капитан. А работает с ними Татьяна Анатольевна Шевелева. Справа от меня команда 67-й школы, которая взяла название из-за главного символа, вот видите, на бэджиках их школы. Команда «Глобус», Николай Лин, капитан, он не в первый раз у нас. Ну, а водит этих детей замечательных за ручку по жизни Александра Алексеевна Калинина. Она сейчас очень волнуется за своих питомцев. Ну что ж, слова сказаны. Блеф, игра наша замечательная. Да, Нетка самый быстрый, самый решительный, ну и самый интуитивный человек должен выйти к стойке. Это Паша. Это Паша? Пусть будет Паша, хорошо. А, Глобус? Это я. Вы Глобус, да. Николай? Понятно. А вроде бы так, человек. Итак, Паша против Николая. Вперед! Верите ли вы, что создателем современного русского языка считают Александра Сергеевича Пушкина? Прошу? Нет. Как нет? Спросите у учителя литературы. По сути, тот язык, на котором мы с вами говорим, это Пушкин. Так что теперь вы это знаете. Играем. Видите ли вы, что при лейкемии или белокровии повышается в крови количество эритроцитов? Прошу? Да. Нет. Лейкоциты. Белые кровяные тельца. Играем. Видите ли вы, что белорусская река Вилья за границей внезапно превращается в речку Нярис? Прошу. Нет. Да! Вот течет она просто, Вилья, только в Литву затекла, все, уже Нярис, не успеешь оглянуться. Продолжаем. Видите ли вы, что один из символов Рима – это Ватиканская волчица? Фальстарт, фальстарт у вас. Николай, за этим очень строго следит наш электронный судья. У Павла есть шанс. Нет. Может, знаете, какая? Нет. Капиталистская волчица, на самом деле. И Павел приносит первые 5 очков своей команде. И заканчиваем. Верите ли вы, что ветряная мельница использует потенциальную энергию ветра? Прошу. Да. Милый мой, потенциальная, и это если я тебя сейчас подниму, вот ты будешь обладать потенциальной энергией. А я, когда буду двигаться, я буду обладать энергией кинетической. Так что теперь вы это знаете. Разница между энергиями. Итак, 5-0. Ну, такой странноватый счет для начала. Ну, волнуются, волнуются игроки. Дуэль игра, вперед! Итак, что же у нас сегодня в расписании нашего учебного дня? Записывайте, откройте дневники. Первый бой – урок русского. Второй – урок биологии. Третий – урок географии. Четвертый – урок истории. Пятый урок – урок физики. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Так, быстренько приняли решение, великолепно. И урок русского. Здравствуйте, дети. Илья, кто у вас знаток языка? Это Арина. Арина, прекрасно. Николай? У нас знаток языка – это Маша. Итак, Арина против Маши. Вперед! Отлично. Вот и красные, и патриоты, и глобусы, чего только у нас нет. Итак, внимание. Урок русского. Ехали медведи на велосипеде. Подлежащие где? Медведи. Медведи, конечно же. Хорошо. Официальные языки Организации Объединенных Наций – это английский, французский, арабский, испанский, китайский и какой шестой? Русский. Прекрасно. Как прочесть правильно? Эксперт или эксперт? Арина? Эксперт. Эксперт, конечно же. Арина, вы просто эксперт у нас в вопросах ударения. По значению они бывают количественные, собирательные, порядковые. Что за часть речи, Маша? Числительные. Отлично.
Вот такая есть народная примета у нас, у учителей русского языка. Если в конце предложения стоит точка, значит предложение такое. Какое? Простое. Простое. Это ответы у нас простые. Маша. Повествовательное. Конечно же, вот все очень просто. И вот я вам повествую. Патриоты против глобуса и счет после урока русского 15-15. Счет абсолютно равный. Следующий бой, вперед! Итак, внимание, Илья, урок биологии. Кто у вас разбирается там в разнообразных зверюшках и в человеческих потрохах? У нас в этом эксперт Паша. Паша эксперт, великолепно. Эксперт, я надеюсь, не судмедэксперт. Хорошо. А, Николай. Поклонником Дарвина является Даниил. Отлично. Итак, Паша против Даниила. Вперед! Итак, простенькие вопросы по биологии. Это главный орган кровеносной системы. Прошу. Сердце. Отлично. Вот если в организме их недостаток, то развивается такая болезнь, как авитаминоз. Витаминов? Конечно, нет витаминов. Все, получите авитаминоз. В Белоруссии водятся три вида змей. Медянка, уж и она. Гадюка? Да, вы знаток. Ползающих, шипящих и кусающихся. Кстати, что будете делать, когда в лесу повстречаете гадюку? Бежать. В принципе, да, лучше к ней не приставать. Она женщина серьезная. И уж тем более не атаковать ее, не бить ее палкой. Вот просто так. Она в свою сторону, вы в свою. Все. Поехали. Постепенное разрушение тканей зуба называется... Да? Кариес. Кариес, да. Болезнь 20 и 21 века. Много-много едим сладкого. Отсюда и кариес. Продолжаем. Сова. Беркут. Степной орел. Ястреб. Все это такие птицы. Хищные. Хищные, конечно же. И счет стал 20-35. Глобус впереди. Поехали, вперед! Урок географии. Илья, патриоты. Кто к глобусу-то пойдет? Дарья. Дарья, не повалите глобус. А у глобуса знаток географии? Не повалю глобус я. Итак, Дарья против Николая. Вперед! Отлично. Урок географии. Основные виды материкового рельефа – это равнины и... Прошу. Возвышенности. Возвышенности, горы. Принимается, разумеется. Перейдем к конкретике. Аргентина находится на этом материке. Фальстарт. Фальстарт, Николай. Нервы, нервы. Дарья. В Америке, в Северной. В Северной Америке. В Южной Америке. Нетушки. Нет. Ответ первый. Северная Америка. Как бы я вас не любил, как бы я не хотел вас вам засчитать, но есть Южная Америка и Северная, она никак не может стать. Аргентина именно там. Будете ехать, поворачивайте налево к Южной, а не направо к Северной. Играем. Карта, на которой обозначены государства и границы, и столицы, это такая карта. Прошу. Политическая. Политическая, разумеется. Играем. Мореплавателями этой империи был обнаружен шестой континент Антарктида. Да? Великобритания. Великобритании, побойтесь бога. Там были покруче мореплаватели, чем разные там капитаны Куки, съеденные аборигенами. Итак, что же за империя, мореплаватели героические, какой империи открыли Антарктиду? Португалия. Боже ж ты мой. Да, подплыли к Антарктиде два шлюпа с гордыми португальскими названиями «Восток» и «Мирный». И португальцы Беллинсгаузен и Лазарев сказали: «Император Российской империи, мы дарим вам шестой континент». Российская, Российская империя, теперь вы это знаете. И заканчиваем. Урбанизация – это увеличение численности такого населения в стране. Прошу. Рост городов и городского населения. Прекрасный, профессиональный ответ.
Ну что ж, Николай оказался сильнее Дарьи. 25-45. Следующий бой. Вперед! Урок истории. Кто у вас историк? Я. Логично. Николай? В команде «Глобус» лучше всех разбирается в истории Паша. Итак, ох, Илья против Паши. Вперед! По данным археологов, первые люди появились именно на этом континенте. Прошу вас. Евразия. Евразия. Не тех археологов вы читали. Африка. Африка, да. Конкретно Северная Африка. Царь этого древнего государства носил двойную корону в знак власти над севером и югом. Египет. Египет, конечно же. Илья. Я вас не узнаю просто-напросто. Играем. Иннокентий III объявил, что папа, римский папа, разумеется, наместник его на земле. Бога. А почему так неуверенно? Бога. Бога, конечно же. Илья, хотя бы одну пятерочку принесите. Она утверждала, что голоса велели ей начать войну с англичанами. Жанна Д'Арк. Прекрасно! 20 очков, историк Павел. Ну, 25. Слабо? Простой вопрос. Эта мировая война началась в 1914 году. Фальстарт. У вас только фальстарт помешал вам ответить. Правильно я уверен, Илья? Первая мировая война. Первая мировая, хотя Первой мировой тогда ее еще никто не называл. Большая война, говорили. Ну, потом стали называть историки ее Первой мировой. 65 у «Глобуса», всего 30 у «Патриотов». Нужно что-то делать. Следующий урок. Вперед! Патриоты, Илья Луньков, срочно нужен физик. Это Миша. Хорошо. Николай. У нас пойдет Артем. Пойдет Артем. Хорошо. Итак, Миша против Артема. Вперед! Итак, поехали. Урок физики. Всякое тело, свободное от действия других тел, сохраняет свою скорость неизменной. Гласит первый закон. Ньютона. Это правильный ответ, да. Для радиосвязи, как говорят радисты, нужны два отдельных прибора. А именно. Опа. Ну, чтобы передавать... Нужен передатчик. А чтобы принимать, нужен приемник. Вот так вот все очень просто играем. А то вы привыкли, мобильник к уху, а что там приемник, передатчик. Одно устройство, да и все. Продолжаем. При конвекции происходит перемещение вещества, поэтому конвекция невозможна в таких телах. Твердых. Конечно, все логично. Число электронов равно числу их в ядре атома. Протонов. Протонов, это правильный ответ, да. Ну и последний вопрос на нашем последнем уроке, на уроке физики. Этот принцип движения используют не только самолеты и ракеты. Кальмары и медузы тоже им пользуются. Поступательный принцип. Поступательный принцип. Поступательный – это когда вы сдаете ЦТ и будете поступать в какой-то минский вуз. Прошу вас, Артем. Какое там? Какое? О, ребятушки. А какие у нас самолеты сейчас в основном летают? Реактивные. Реактивные хором, да. Реактивный принцип движения. В одну сторону выбросил вещество или газ, и сам полетел в другую сторону. Ну, вот кальмар, медузы знают, а физики не знают. 35-75. Бывало не такое. На тест-игре и на нашей картиночной игре, на слайд-игре выравнивались и не такие перекосы. Тест-игра, вперед! Илья, тест-игра «Россия». Кто знаток этой великой империи? Ну, пойдет Арина. Арина? Арина, я в вас верю. Николай, кто у вас скрытый россиянин? Скрытый россиянин – это Артем. О, Артем у нас уже блеснул. Итак, Арина против Артема, вперед! Россия
с вариантами, естественно. Наше скоростное централизованное тестирование. Нажал на кнопку, ответил вариант. Поехали. Тевтонских рыцарей на Чудском озере разгромил. А. Александр Невский. Б. Дмитрий Донской. И С. Игорь Чудской. Вариант ответа Б. Б. Дмитрий Донской. Понятно? Ну, Артем? Александр Невский. Александр Невский, конечно же. Игоря Чудского я придумал только что. Ну, а Дмитрий Донской разгромил разные там монголо-татарское иго в другом месте. Догадайтесь, где? Юрий Долгорукий известен как основатель А. Владимира, Б. Москвы и С. Юрьева. Прошу. Москвы. Москвы, конечно же, плюс 10 очков. Высший российский орден и при империи, и сейчас. А. Андрея Первозванного, Б. Святого Георгия и С. За заслуги перед Отечеством. Заслуги перед Отечеством? Да нет, это такой рядовой орден, а вот высший орден на цепи с бриллиантами, может, знаете, Арина? Святого Георгия. Святого Георгия тоже рядовой орден на черно-оранжевом темляке или на колодочке, а огромный орден с лучами, с цепью, весь усыпан бриллиантами, орден Андрея Первозванного. Это высший орден России. Теперь вы это знаете. Фантаст Иван Ефремов предсказал открытие в Якутии. А. Нефти. Б. Золото. И С. Алмазов. Прошу. Алмазов. Алмазов, конечно, плюс 10. По статистике, по переписи, в 2002 году 8-е место среди национальностей... Ай-яй-яй-яй-яй, Артем. Ну, один фальстарт, я еще понимаю. Но умудриться влепить два фальстарта, когда ведущий читает вопрос, это нужно быть супер-игроком. Ариночка, я играю только с вами. Итак, подумайте. В 2002 году 8-е место среди национальностей Российской Федерации занимали А. Татары, Б. Украинцы и С. Белорусы. Ну, проверим, какие вы патриоты. Белорусы. Белорусы вы считаете? Да, думаю. Думаете, да? То есть татары и украинцы, а вот белорусы... Да, вы правы, 8-е место занимали, плюс 10. Вот чуть-чуть Арина выправила положение. 55-90. Пошли догонять патриоты. Артем, ваши фальстарты еще ждут вас. Следующий бой. Славная игра. Вперед. Итак, слайд-игра. Командам придется поискать в своих рядах человека, который, ну, более-менее дружит с белорусским языком. С матчиной мовой, кажется, так. Потому что слайд-игра у нас будет белорусская азбука. Буква и белорусское слово. Илья, кто это? Даша. Даша, Даша, хорошо. Глобус. У нас это Маша. Даша против Маши. Вперед! Итак, ничего жать не нужно. Начинаем мы с выигрывающей команды. 15 очков за правильный ответ, 10 очков на подборе. И по очереди начинаем мы с Маши. Огонь. Ну, так щиро кажучи, не огонь, а такий маленький огеньчик. А лишь докладно, докладно. Огонь. 15 очков. Прекрасно. Выдатненько. Добро. Коляска. Водопад. Вода. Шановные, дороженькие, родненькие, паночки, паненочки, водоспад по-белоруску. 15 очков. Вот так вот. Пролетели. Калейдоска Даша. Ганок. Ганок! Крылечко. Машенька, калейдоска.
Не. Свинья такая. Маш, не? Клетка Дашенька. Так, логично, попробуем. Ён які? Хатні ці дзікі? Дзікі. 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 Дзікі, значит, хто ён? Дзікі кабан. Дзікі кабан, але, а яшчэ? Свіння. Дзіка, не, дзе свіння? Кабан. А карацей? Дзік. 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 Вот так. Зараз вы гэта ведаеце. Вось як гучыць наш улюбёны слоган по-беларуску. А Даша, гуляем з вами. Жаба. Жаба, так. Царэўна жаба. Машенька. Запалка. Запалкі. Ну, запалкі, да, спічкі. Кажучы па-руску, запалкі. Добра, прымаецца. Даша. Ака. Ко? Каляда. Каляда. Да не, дзе ж тут каляда? Маша, можа, вы ведаеце? Кірмаш. Кірмаш! Добра, Маш! Ліпень. Ліпень, іюль. Добре. Даша? Літера. Місяць. А як буде по-русски? Луна, місяць. Луна, місяць. Согласен. Принимается. Отлично отыграли. Можно самим себе похлопать. Да, Дашенька, молодец, молодец, умница. Итак, 115 наши патриоты, 145 наш замечательный глобус пестрый. Следующий бой, финальная игра. Поехали. Такой счет перед нашей финальной, перед риск-игрой. Почему риск? Потому что вы рискуете тем, что вы набрали уже непосильным трудом. Правильный ответ стоит 20 очков, неправильный те же 20 очков, только в другую сторону по модулю. Итак, Илья. Я. Хорошо, вот чувствуется патриотический класс. Четко отвечает Илья. Я. Николай. Самый рисковый у нас Павел. Итак, Илья против Павла. Вперед! Риск игра. Вопросы соответствуют темам нашей игры дуэльной. Поэтому начнем с урока русского. Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Автора цитаты назовите. Пушкин. Это в самом деле сказал Александр Сергеевич Пушкин. Браво, Илья. 135-145. Павел. Урок биологии. Словарь Брокгауза и Эфрона сообщает, лед этих жуков происходит в апреле-мае. Понятно, вот там машут, все, спасибо. Машут, машут, машут. Ну какие жуки-то летят в мае? Какие, Паша? Майские. А если вы нажали кнопку и ответили, был бы плюс, конечно же. А так нет, увы, играем. Атмосфера не имеет четкой границы верхней. Это мы уже перешли к географии. Итак, атмосфера не имеет четкой верхней границы, потому что постепенно, постепенно, постепенно переходит. А куда она переходит? Ну? В космос. В космос, космическое пространство. Отлично. 135-165. У нас осталось два вопроса. Илья, у вас есть шанс. Паша, у вас есть тем более два шанса. Играем. Урок истории. Как считается, именно изобретение этого оружия привело к исчезновению рыцарства. Илья. Пушка. Огнестрельное оружие, пушка. Да, в самом деле вы правы. Ну, что может даже самый тяжело вооруженный рыцарь сделать против орудия, которое плюется ядром, и бжинь, и рыцаря нету. Вот и все. Итак, 155-165, патриоты против глобуса, решающий вопрос. Внимание, тишина. Урок физики. Эта сила равняется 736 ваттам. Риснул. Лошадиная. Лошадиная, да? Да. 736 ватт. Вы правы, лошадиная, да!
Итак, сувениры и подарки, ну, естественно, дипломы от телерадиокомпании «Гомель», выигравшей команде, счастливые-присчастливые наши глобусы. Ну и самое главное, я обращаюсь и к вам, мои милые, и к вам, мои драгоценные. Помните, самый главный принцип нашей эрудит пятерки, самую главную нашу народную примету. Смотрим пятерку, получаем десятки, играем!